говорить. Говори сейчас. Да, неужели будет на стол в течение нескольких часов. И ты заваришь сейчас и опять подождешь пару часов. Что потом вспомнить, что ты опять забыл заварить. Чай не должен быть настоен несколько часов, на самом деле. Да. Меня выкинуло или не выкинуло. А, нет, отвисло. Офигеть. Вот, наверное, и не должен. Любой не должен. Мы посмотрели, как правильно. Начальница, да. Доцент органической химии, говорила, что нельзя пить чай после того, как он постоит 40 минут. Ну, это не чай, это чайный напиток. Ройбуш чай не является. Ну, ройбуш, ну, наверное, да. Там, наверное, другие правила. Но я посмотрел вообще тоже, типа, вот мы привыкли к вот заварочный чайник, вот эта заварка настоится. А по факту, что там какой-то выпуск смотрели, как китайцы пьют чай, а уж у них, наверное, можно поучиться, как говорится, этому. Ну, они заварили и выпили, по сути, все. А, не, они именно, что они, по сути, проливают. То есть они вот кипяток через чай проливают, вот это пьют. Технология потом... проливки — это не для всех чаев? Ну, для натурального китайского чая именно так. Нет, я имею в виду... Чаем называется... так сказать, листья и побеги. Ну, в общем, так называемое растение под названием камелия китайская. Растение одно, произрастает оно в разных местах, и существует 6 видов чаев, в основном различающихся, ну, по степени этого. Как процесс у нас называется, окисление, я снова забыл. А, ферментация. То есть есть белый чай, желтый чай, зеленый чай. Черный чай, ну, у нас его называют черным чаем, в Китае его называют коричневым чаем, и пуэр, то есть 6 видов чаев. А белый, пуэр желтый. Это нефть, да? Пуэр это... Пуэр это такой достаточно насыщенный чай. Да, я знаю, он вообще земля пьешь. Да, да, он земляный. Ну, пуэр это не только степень ферментации, пуэр это... возможно, подвидка, сказать, это самый камелия китайская, потому что существуют более легкие пуэр. Есть шу-пуэр и шан-пуэр, так называемый зеленый пуэр. Он полегче, он бьется как очень насыщенный зеленый чай. Не знаю, я пуэр не нравится. Ну, нет, иногда... Ой, да. Я когда покупал так называемый зеленый пуэр, чтобы попробовать... погуглил, как его готовят, и оказалось, что многие пьют пуэры просто, чтобы вставило. Да. Как эти, как какие-нибудь зэки, чефиры. Угу. Конечно, понимаю, что так себе причина, но что-то у меня как-то вот пуэр теперь ассоциируется с чем-то нехорошим. Как в анекдоте. Ложки-то нашлись, но особочек остался. Не, я слышал тоже, но что-то как-то то ли я не так его пью, то ли что, но... Нет, пуэр прикольный, иногда бывает прикольно его попить, но я тоже скорее так это... А чай проливами? Ну, я пил чай проливом, но я хоть и люблю чаи, так сказать, слабые, как у меня мама их называет мочой. Ну, угу. Проливы это слабые даже для меня. Ну, не знаю, я бы прям не сказал бы, что слабое. Там просто надо больше чая, естественно, чтобы через больше он проливал. Ну, то есть там не стандартную чайную ложку на чашку, да, как мы привыкли. А, да. И это. Плюс, опять-таки, пролив, типа, ну, по факту, там второй даже лучше, типа, он первый раз раскрывается плохо, потому что там все еще, типа, листочки сухие. А вот, типа, уже второй пролив, вот он уже, во-первых, типа, из-за того, что уже до этого листья немножко раскрылись, типа, с второго раза там, типа, прям уже большинство чаев, типа, так раскрываются. Мы чего-то ждем? Карно ждем, может, так пошел чай делать. К тому же... А, все здесь уже? Там пошли. Нужно полноценный чай-теремонию устраивать. Нет, он не тут. Нет. Я со своим любимым чаем вечно... То есть очень редко, когда попадаю на нужное заваривание. Он у меня капризный, зараза. Чуть раньше, чуть позже, уже не то.
Я привлек внимание этой хрени. Ну тут тоже, конечно, насчет там, типа, тоже это вопрос такой про проливы. Но с другой стороны, там, типа, там вот эта такая чайная церемония, это, конечно, японская тема, а не китайская, но там вот, типа, там именно заваривание, а не проливы. Я про чайную церемонию не увиду. Типа, не какой-то там значение, просто чтобы лучше контролировать время. Потому что когда ты сидишь перед этим чаем, и уже по внутреннему таймеру, так сказать, наливаешь чай, то легче его вкус контролировать. Потому что мой личный таймер для моих 300 миллилитров это выйти из комнаты на кухню, тут что-нибудь поделать в течение секунд 30 и вернуться назад. Ну, Харан вернулся. Короче, пользуйтесь пакетированным, не упендривайтесь. Знаешь, да, так часто выходит. Пакетирован я пью только, когда я не дома. А мы куда? Мы разве не оттуда пришли? Нам тут же это, как лесенка должна быть рядом. Ага. Да? А, вон они уже прутся. Завалим их? Ну, похоже, да, а то он не даст нормально забраться. Их две. Кир сзади. Ох, ёлка, мама. Ну иди сюда, иди. Я тебя нашинкую. Давай. Чё, зассало? А да, ПВП или зассал? Иди сюда. Ай! Поймала. Ты меня поймала. Сплюнь! Меня добило. Эй, ну а второй? Ни хрена себе, она меня второй раз сожрала. Сволочь. То есть она меня выплюнула и тут же съела еще раз. Подливка. Марик, что-то у них там происходит. Веселяются. Вот мы скалы полезли. Мы сегодня только смотрели ролик про то, как этот на Эвересте опять погибли. Ну не опять, давно уже. Хотя нет, опять тоже погибли. Опять давно погибли. 23-й год, новый. Рекорд по смертям на Эвересте. Рекорд по смертям, да. Ну, народу в мире все больше. Тань. Ты так выглядишь, когда дочитаешь. Чё ты любишь обо всякую хрень тянуть смотреть? Ну как я выгляжу? Я дочитал. Так, я это. Я тоже дочитал и выгляжу так. Разные мы с тобой книжки читали. Ну. Вы, конечно, молодцы, блин. Да, я бы тоже полез. Ну, круто. И как бы душу еще там забрать надо. На лошади проскочи мимо них. Они прям, знаешь, они около лестницы стоят. Блин. Но... Можешь сесть на кастрик. Сейчас. И потом они уйдут, как бы. И ты заберешь душ и. Вообще все будет хорошо после этого. Хочешь, мы сядем на кастрик? Ты вообще голый не убери. Жопу проветриваю. О, вы. Лучше бы помыл бы, чем проветрил. Чужие сапоги натерли ноги, да? Натерли морды. Быстрее, лезь, голая жопа. Ох, какой вид, а, елки-палки, 18+, на канале. Как он лезет. Ох уж эти подтянутые стройные ягодицы. А я думал, настолько омерзительно. Да нет, знаешь, очень, очень красивая мускулистая жопа. Стройные ягодицы, это не плоская задница? Нет. Теперь мы все знаем, какие Кузьмичу нравятся. Отойди. Свои. Че, главное лицо прикрыто, все нормально. Че вам не нравится? Тут очки кастрик, все посадитесь. На че вы там, Кикар, чем там хвастался, что ты там, чем как-то ты выглядишь теперь? Интересно. Ты, кстати, Кузьмичу не женского персонажа создал. Ты всегда тоже женский создаешь. Нет, не всегда. А тут что-то изменил себе. В смысле всегда? Я не всегда создаю женских персонажей, Кир. Ты говорил тоже, что ты создаешь всегда персонажей. Часто, но не всегда. Ну, я уже вижу, что не всегда. Ты сейчас создал не женского.
Я здесь спрашиваю, почему ты сказал не жену. Просто трусы, трусы-то снять нельзя с него. Если ты хочешь кому-нибудь прицепиться, прицепляйся ко мне, я всегда создаю женских. Я не хочу прицепиться. С тобой все понятно, ты всегда создаешь женских персонажей и все. Никаких проблем. От Кузьмич всегда, не всегда теперь получается создать женских персонажей. Вот ну вот смотри, узнать. В Baldur's Gate можно персонажа раздеть? Можно. Значит, за кого я там играю? Правильно, за мужика, чтобы раздевать других баб. Там разве да без трусов можно раздеть? Да. Здрасте, приплыли, Кирилл. Он прошел игру, называется. Там еще и под медведя лечь можешь, чтобы он тебя трахнул, блин. Может, ты не в курсе этой фишки? Может, ты про это не слышал? Кирилл, китайская версия. А, наверное. Китайская версия? Я слышал, там цензура. Наверняка, нет, у меня наверняка. Нет китайской версии. Еще и пиратка, у него китайская пиратка. Знаешь, это, там еще больше цензуры. Китайская пиратка в российском стиме. Ну а что тебя удивляет? Не знаю. Раньше ж мы покупали русскую версию Windows, и ничего, никого это не смущало. Во в каждом киоске за 100 рублей продавались. Да, учитывая, что этот... Блин, я соскучился по прошлому, когда ты не гадал, что хочешь посмотреть. Просто заходил на ПТПшник и скачивал, что есть. ПТПшник, я тебе... О, да, помните это? У этого был, у Телесета, кстати, была прикольная этот ФТПшка, ну этот. Прям там давай... Я там, по-моему, скачал все серии магазинчика Бо впервые на телесетовском этом. И это было прекрасно. Телесет вообще был хорошей компанией. Надо да. признать. У меня он постоянно отваливался. Нет. Или помню. У меня тут телеком был? Тут телеком постоянно отваливался. А еще ФТП был без лимита. Кто молнии бахнул? Это был единственный, где ты мог что-то скачать. Кто? Тут скачивал это лут какой-то лежит. Пиратские игры. Ребят, золотая руна шестая, никому не надо? Да-да, я сейчас здесь сверху чего золотая. Потом золотая иду. Да. Это сколько таких лежит? Все, что можно скачать? То можно скачать. В смысле пиратская. Слишком помню. Небольшой башни, я на нее лезу. Моя одна из первых лицензионных есть игр. Есть там что? Ну, понятно, что лицензионные герои от Буки, это да. То, что ну, типа, когда... Огненные вот, стрелы. После того, как скачали этот Total War Empire, и там прошли, там в какой-то, начиная с какого-то хода... Лёчный лук. Одна эта сторона зависала и все, дальше не шла. И мы что-то прям так это расстроило. Это была реальная тема, то что там это был баг, его пофиксили, но пофиксили, естественно, официалки, а в пиратской версии его не фиксили. А что зависало еще раз? А там вот Total War Empire. Вот. То есть там ход же, типа, ты ходишь, а потом, типа, ходят другие страны все по очереди. Ну и да. Вот там, соответственно, начиная с какого-то хода, страна Маратха просто зависала. Непонятно почему, то есть просто. И я прочитал, что да, это был реальный баг, который, ну, потом исправились, соответственно, каким-то патчем. Ну, естественно, пиратки никаких патчей не было. Вот я после этого как-то постепенно стал этим, прям, сторонником именно лицензий. Помнишь, мы купили рецензию? Лицензию игры, кого где там детектив призрак. О, да-да-да. Это да. была лицензия. Не, но, скорее всего, сейчас она уже проапатчена. То есть, если ее там не забросили совсем, большинство нет, ее же забросили. А, ну, такое тоже бывает, да. А у меня был, да. Я помню, диск. Ксидар бы не заменили лицензионный. Кого? Санитары позмели. Ну... Нет, у меня так-то лицензионных были, я помню, блин... Одна из самых этих, это вот Альфа Антитеррор, мне очень нравилась игрушка такая тоже. Ну, это российская игра лицензионная. А так мы еще помню, с Палычем купили... Вместе скинулись на лицуху Обливиона, короче. DVD-шка там, вот это вот все там прям... Вот хотелось нам именно в лицензию поиграть.
Она даже в Стиме была, не активировалась. Ну вот. Вообще у меня была лицензия Diablo 2, Diablo 3 и Кубиски. О, Diablo 3 до сих пор, это так прикольно. У Тани 3-3 Diablo в Казани. Прикольно. Если говорить про диск. Это даже прикольнее, чем первая третья Diablo в Казани. А именно что третья Diablo. Мы пошли, когда она этот, мы пошли в Медиамаркт. Клево, тут самый клевый магазин. Когда там открылась там продажа дисков в Казани, началась там, естественно, только и вот. И мы были третьими на кассе. Да, и мы прям ночью же туда пошли, и, короче, там открылась продажа в 12 я, ночи. Я, по-моему, с вами был, каким я был? Каким-то был... Таким ты остался. Да. По номеру каким его? Я не помню, но ты этот... Ну, может вторым, может четвертым, если ты был с нами. Но точно не третьим. А в любом случае, я свой диск уже давно выкинул. Мне Таня дала его поиграть, но мне так и не этот... Мне не понравилось, все-таки не зашла эта Diablo от слова совсем. Да. Ты создал персонажа, который через час уже никого не смог убить, это такой, да? Нет, я там дошел пару этих. Нет, я там пару этих даже прошел, но что-то как-то это. Ну, нафиг. Че, Кузьмич, что больше урона получать? Да что-то захотелось. Только если ты будешь ходить по яду или по щечке, почему чему-то оденься? Нет, ни за что. Я буду страдать. Голожопые должны ой, страдать. Тут опять же, ёбаный пиздец. Ух ты. Это пока зимний. Идёт, она тут. Да блин, эти пиздецкие копы когда-нибудь закончатся. По-моему, рано бежит. А вот ты можешь. Нет, нельзя. Блин, суп. Ребят, бегите. Разработчики игры такие. Я добавлю много ресурсов на карту, чтобы у игрока было возможность скрафтить что он угодно, не собирая все подряд. Кирилл, умри, а? Я беру все подряд. Ладно. Блин. Не звони из бука. А, не, она сбугалась. Где забугался? А, да, встал, смотри. А, нет, стоп, поехала. Нет, пока. А, нет. А, она развернулась просто. Ну, у меня, по крайней мере. У тебя что, стоит? Да. Нет, у меня развернулась. Она сейчас будет опять за мной. Ну, какие все пошлые. Она сразу, блин, ну чё? Чё начинается? Ну, я душу забрала. Ай, едет! Уходи, уходи. Она резко вдруг поехала. Очень резко. Я еле успел отпрыгнуть. А? Это куда? Я спрыгнул с дорожки в боковой проход. А чё нам? Вообще-то куда? Нам не сюда. А чё ж вы сюда спускались? Ну, в смысле, вот. Отсюда спрыг. Блять. Сука. Пробел. Ай, не успел. Сука. Ну, я далеко дошел. Так, блин, а куда убежать дальше? Я дальше не помню. Дальше вниз на меня. До меня. Я тут стою, вас жду. Блин, а так обидно. Я думал, дальше надо бежать. Там проход даже какой-то видел. Гландыш взял. А оказывается, не туда. Чё за жизнь, а? Ты думаешь, что туда, а тебе не туда? Как жить после такого? Как-то. Ой, блядь, Кирилл. А эту хрень замочить нельзя, да? Кирилл? Нет, только способами определенными. Ну, в смысле, забаговать как-то или что имеется в виду? Там либо кувшин сбросить. Не бежишь? Блин, я не бегу. Вы все же Кирилл обсуждаете? Да. Она за кем, прошу прощения, охотится? За Кириллом. А, я просто пытаюсь понять, когда мне... Подожди, слева спрыг. Да подожди, ты мне еще душу забрать надо? Слева спрыг. А, окей, тут прям... Я помахнул. А где мои души, эй? Э, в смысле? А где они? Ёб твою! Вы чё, шутите, что ли? Они там? Где там? Там. В проходике остались, блин.
А, ну пошли так, да? Давайте тогда спрыгивать не будем. Потом спрыгивать. Не, не, нормально, я вернусь сейчас, все нормально. Не, нет, типа, не обязательно спрыгивать, типа, эта дорога короткая считается. Можно по нормальной дороге пойти. А, ну я давай здесь пойду, вы там. Дальше, да, до того этого, да? Сейчас. Я вижу, куда, по-моему, там Гландыш стоит. Да, да, Гландышу. Тань, ты тут? Ты со мной? Не знаю. А куда бежим? Сейчас. Блять. Нет, он сначала побежал, а потом так спокойно. Сейчас. В смысле? Ты ж качался, сволочь. Вот ты гнида. Обыдно. Тебя выкинуло? В смысле? Кого выкинуло? Нет, я тут. Да, Кирилл выкинул. Тебя... Я тут. Тебя... И с кем мы деремся? Не с кем. Отец, блин. В смысле, кого выкинули? Все же нормально. Кирилла. Мобы стоят на месте. Да? Отлагали. Отлагали? Да, нет. Это все из-за Каина, похоже. Ой, твою мать, она так высоко доезжает, да? Блин, сука, какого хуй? Тожника потеряла Российская Федерация! Так себе шного. Да блять! Чё она ездит туда-сюда? А чё не ездит? Так нет, она на коротком промежутке, я тупо не не то, что даже добежать до следующего не успеваю. Она за мной, что ли, тебя хочет? Что за звуки? Не знаю. Это один остался, что там, может быть. Не, ну а чё, она так и будет? А как её обходить теперь, блин? Она не, очень, по очень нет. Короткому промежутку катается туда-сюда, я чисто физически не успею за ней добежать. Попробую согреть на себе. Не, ну я же пробегалка надо мной охотится, чё-то нормально. Там можно, просто из стороны в сторону. Ты прям сразу надо выбегать за ней, когда она прям на тебя бежит. Ну всё, блин, подрезал, сучка. Все, прощайте, сколько там, 80 тысяч душ было? 80 тысяч? Ты рисковый парень с таким. А, у тебя же этот, господи. У тебя же уже... У меня 80 просто, это почти уровень, блин. 87. Я прежде чем на эту лошадь идти, я бы сначала душ, конечно, поднял бы. Ой, точнее уровень поднял бы. Блядский потрох. Хотя 30-ку тоже обидно потерять, знаешь. Да ты заебешь, блин, а иди отсюда. А тут же еще как-то надо будет там вниз еще дальше идти, да, опять мимо этой сволочи. Их там можно будет обойти. Да блять, да вы че? Ну я не успеваю. Как это пробежать-то, блин? Че за приколы? Возьми геймпад. Эй, а сейчас эта сука уехала вниз, блин. Заебись вообще! Катался по короткому промежутку, стоило мне сдохнуть, укатился в самый низ. Так я ее согрел, подошел к тебе вообще-то. Угу. А раньше ты этого сделать не мог, да? Так я шел. Вы что, так далеко ушли, что ли? Ага. Молодцы. А вы еще продолжаете там сражаться, как я погляжу, да? Я нет, я жду тебя. Вот и в дырке. Кто не сражается? Да блять, да ты заебешь! Отстань ты от меня, блин! Уедь ты вниз уже! Уже внизу. Сейчас пойдет наверх. Идите наверх. Что, поедь вниз. Сейчас наверх. А, я тут могильную фиалку пропустил. Сейчас вниз. Да куда ты, ёб твою мать, да блин! Сейчас наверх. Опа. Похоже, у тебя получилось прыгнуть на балку, да? Вниз. Беги, беги, Кузьмич. Да погоди ты, а у меня что-то... А далеко. Опа, все поздно. Да пофигу уже. А вы знаете, в чем прикол? На мне показатели ХП и выносливости, как будто у меня первый уровень. Здорово. Ты на костре не сидел после смерти, я же тебе говорил. А, в этом смысле. Ты забыл добав? Точно. Ну ладно, тогда. Возможно, это наказание за твою излишнюю жадность.
Это не жадность, это механика игры. Нет, это жадность. Нет, это механика игры. Здесь можно прокачиваться, значит я буду прокачиваться. Можно играть по отдельности. Это тоже механика игры. Я играю по отдельности, я качаюсь по отдельности без вас. Ты не заметил, как я бросил на вертилятор? Да. Оценила. Ты че не наводишься? Эх, опять что ли? Да, такое подземелье. Катится, катится. Я бы вас лучше подождала бы, наверное, снаружи. Этот как тут что-то прикольное там в конце, по-моему, есть. Ой, чё он так этот? Нам наверх что ли? Я это залутаю мечевидный ключ. Кирилл, залутал. Я, чё ты выжил-то? Да, я не должен был выжить. Блять! Вот сейчас не выживешь. Ну, окей, Кир, как ты просил, говно вопрос. Я умею. Какого хера? А как оттуда возвращаться-то, блин, когда эта лошадь тут, блин? Ну, Кирилл столкнулся с тем же, что и я. Ну, какая прелесть. А где она? О, она забаговалась, кстати. Кирилл же умер. Бегите, пока она забагована. А мы не можем бежать. Чё? Она забагована там, куда не бежать. Там очевидный ключ в забеге. Да хуй с ним. Извините за мой французский. У меня он тоже забаговался, офигеть. А, блядь, нет, она побежала, сейчас меня убьет, блядь. Ой, сука. Ой, я не туда. О, блядь. Сука, я вообще не туда. Я решила просто в лаву. Подгорает так, что... Ух, просто. Нам вот сюда. Подожди, цветочки. Ой, а это откуда? А, за мной бежал. Так, куда, говоришь? Просто быстрее, куда? Пока не обуговывался. Туда. Спасибо. Подсказали. Отбуговался, кстати говоря. Кто-то приехал сверху, это точно. Угу. Кузьмич, сейчас хп. Лягушонка в коробчонке. Ушло просто в ноль. У меня ноль хп. Бухни. Окей, полная. Прикольно, я на 1% что ли гулял. 1% Кузьмич. Кирилл. Ох, Костя, красивый. Ты жив? Пока да. Ни хрена себе тут доспехов, блин. Ну-ка, дайте заценить. Все внизу, я так понимаю, все. А где он? А, это ты мне вот это, что ли, показывал? Гельмирскую? Нет, 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 нет. Другой что-то. О, блядь, как мне теперь мои души забрать? Скажите, пожалуйста. Гельмирские рыцари, никак забудь про них. Подождите, вы куда и как побежали? Подождите, пожалуйста. Потом смотришь туда вот в угол, на эту балку. Оп. И на нее. Ты мимо вроде. Прикольный звук, а можно еще раз? Спасибо, сенсей. Не стало гораздо лучше. Блять, и как отсюда вернуться, блин? Пиздец какой-то. Как на эту банку, блядь, смотреть? Можешь просто прям прыгнуть попробовать. Тебе надо эту балку. Бля, нет, не могу. Как мне вернуться от этой лошади, которая мне не дает никуда уйти, блин? Какой лошади? Блядь. Она ему не дает никуда уйти. Две лошади. Там, где я умер, блин. Вниз бежать. Просто вниз. Так. Не могу, там она остается там же, возвращается на месте. Угу. Так она только что меня переехала. Нет, она прям там тудык-цудык. А где мне только что переехал? Ну вот я стою. Давай подойду поближе. Я не знаю, можете её сагрить или я просто не знаю, что делать. Вы по лестнице наверху лезли, да?
Да. Где доспехи подняли? Сейчас, да. Сейчас, может, сагру. Вы... Я уже здесь сагру, то есть. А, ну, да, скелет на пол. Сейчас, секундочку. Я просто доспехи смотрю. Кирилл, ты где? А, ты вот на самом верху, что ли? Да, и она тут вот стоит, и все. Никуда не ходит. Ой, блядь! Я не знаю, что делать. Извините за мой французский. Сейчас, подожди. Лошадь, сюда иди. Хам. Лошадь. Блин, что, реально тут никакого выхода нет? Это же какая-то тупая ловушка прям очень. Ой. Типа нет, только ТБшься на костер, что ли? Ты не ударишь по ней, Кузьмич. У меня нету ХП. Точнее, есть, но ты не дамажишь. Я вижу, я пытаюсь привлечь его внимание. Так беги вниз, просто кувырок нажми вдоль стены, когда будешь бежать, когда тебя поедет. Просто за ней беги. Кувырок работает, что ли? Да. Там прям вовремя надо бежать только. Беги. И в дырку. Вот. Блять, нет. Ну ладно, хотя бы душ тут рядом. Хан, ты почему выживаешь после ее удара? Я не знаю. Упала на нее. Она опять... Катайся на ней, нам на ней кататься надо. А та не умерла. А. Ну давайте я тогда. А, вот так, да? К ней вообще не трогать нельзя. Предлагаю всем в костер сесть. Мы все умерли. Ну давайте, раз все умерли, давайте. Блин, ты сейчас опять скелеты эти попрут. Ага. Ну давайте, давайте. Я уже болт кладу на все души, которые я тут просрал. На душу сядь, не забудь, Кузьмич. Нифига себе эффектов. Дебафов. А мне ничего не снялось. Ну, то есть восстановились здоровье, но никаких этих необычных же показывает иконки. Че у тебя там ушло? Что-то вообще ничего не было. Конь поехал? Пока нет. Да, едет он сейчас. Ну, сука. Он едет. Не вижу. Проехал. Сейчас обратно вниз поедет. Поехал вниз. Я успел. Ой, бляха, муха нет, он поехал вверх. Ты зачем присела? Крёбаные контроли. Да блять, ну я же... А, меня не убило. Жопу оторвало. Но в целом норм. Где? Куда она? За вами. Нет! Сука! Я потерял свои 30 тысяч душ. Сколько? Пошел ты в жопу, блин! Эти души, это... Это для бегите, тебя... Бегите, она пока забагована, бегите вниз, она пока забагована. Бегите. Она забагована. Да бежим, блин. Кажется, разбаговалась. Ну, сейчас... Оп. Нет. Скелет, беги, дурак, не стой! Убьют ведь! Она, да. Да, скелету хана, я его дурака предупреждал. Да блять, ну я ж нажимаю уклонение, а! Бля! Какая-то прикольно этот доспех такой. Ищейки. Да, у тебя еще клык ищейки есть оружие. Что? А еще у тебя оружие есть клык ищейки. Это ж клык, который у меня пользуется, да? Да. Ну, блин. Мне просто конкретно сейчас прикалывает вот этот вот, ну то, что скорость вот эта вот с кинжалами. Да. Плюс этот доспех, он легкий, что меня удивило. Для меня. Угу. Да, вес много переносимого есть. Ну, вес снаряжения, легкий снаряжение. Легкое снаряжение у меня идет. Ну, правда, у меня тут склад великого кувшина. Да и сап вели этой. Как и выносливости хоть жопой жуй. О, кого-то крохнули там. Ладно, короче, повеселились. Хватит фигни мается. Я, кажется, вас догнал.
Так, а где там? Я, вы там подобрали какие-то доспехи? Я там не был. Я еще пока не подобрали. Ну, еще не дошли того места. Таню ждем, тебя ждем. Таня там не заблудилась? Да куда, что ли? Все, я снова здесь. Так можешь кинжал-то оставить в этом доспехе просто. Так у этого тоже кровотечение, какая хрен разница. Зато у этого замах, блин. Он сразу по три человека хреначит. Плюс убивает с ног. А на эту штуку вставать нельзя, я так понимаю, да? Не, лучше не надо. А чё, чё будет? Ну опять так будет. Ну Кирилл убьешь. В смысле? Ну а в проход тут будет. Мы там были уже, куда пошёл? Так убить тут все хочу. Так, тут сейчас опять эта скотина будет, да? Осторожно. Душ заработать, а то Кир же все потерял. Заплевать. Успел, успел. Пойду за мечи. Ну что, надо вниз или наверх? Что, вы разные стороны показали? Вниз. Кирилл, блин, я тебя... Я смотрю за тобой, ты побежал сначала наверх, потом вниз. Оп, бля. Как... Ай, какая невезуха. Это потому что рядом с Кириллом бегал. О, мои души валяются. Прикольно. 9000! Сука, Кир, не беги рядом со мной! Уйди от меня! Блять. А я успел. В смысле? Почему? Куда она поехала? Там надо было вниз прыгать, да? Она забаговалась. Да. Прямо в начале. Сейчас Кирилл встанет на это. Поедет. Да в смысле? Ну ты чё уж, блин, не мог с ним справиться, что ли? Чё-то мы лажаем сегодня. С Кириллом, что ли, не мог справиться? Ну с этой чёрной тенью, я думал, завалю её. Зачем она тебе? О, пошла. Да сам дурак. Аккуратно. Я сейчас... Не успею, блядь, Кир, сиди у костра, заколебал. А, блин, давайте в Харномир пойдем. Пусть он сидит у костра, блин. А то что-то как-то неприкольно, блин. Блядь, а кто у костра на костре сел? Не скажу. Может, мне тоже тогда сесть? Я тут пятый раз умираю. Может, мне сесть? И ты садись. За что? Блин, какого ху? Кир, ты что здесь-то стоишь? Ёперный театр, я думал, ты уже побежал давным-давно. Скажешь, когда побежишь, Тань, не двигайся, Кир, там близко. Не успеешь. Оооо, ёпт. Да я про что? Прыгай! Охренеть. Тут поближе нету? Нет, тут некуда. Пока Кир не убежит. Ох, больно. Посмотри, кто я выдержал. Я, кажется, понял, как Хэм выживает. Он на самом кончике проскальзывает там, блин. Так, Киру звездец. Слушай, мой костер. А почему она едет? А почему она едет? А почему она едет? А почему она едет, блядь? Кончиковый проскальзыватель, да? Не знаю. Ясно. Кончиковый проскальзыватель. Ну, сука. Кир, ты чё тут делаешь? Я стою тут. Бежим! Эй, блядь, не успел. О! Вставай, дурак! Вставай! Я выжил! Я как-то выжил! Меня переехал, я почему-то живой. Забавно. Ну, Кир добежал. Способ ментального паразита. Шикарно. Кир, слева сзади, Кир. Аккуратней. Блин, насколько ж... Ты не добежал еще? Нет. Какой же кайф с тяжелыми мечами, а? Имеешь в виду то, что он встанет? Ну да.
Кинжалами тыкаешь, а ему пофигу вообще. Хотя казалось. Ну да, тогда нет, ты дамаг-то наносишь. Да, но просто как-то странно, ну как бы при такой рубке. Нет эффекта отталкивания. Да. Но уже, это да. Уже привык к этому эффекту и. А сел на костер, что ли, кто-то? Или нет? Нет, они вернулись. Ну так че? Кто? Ты сел на костер, блин. Нет, вот сейчас только что. У меня потому что баганулся этот. Почему-то туда-сюда дернулся персонаж. Он как будто появился и исчез ненадолго. Я, кстати, мечевидный ключ забрал там. Че, я наверху как-то. А, ты ждешь, что ли? Ты слишком близко, блин. Блять, да ладно, сука! Ёбаный скелет, блять! Я просто уперся в этот скелет, блин, и он мне не дал. Ты не смог зайти. Да. Офигенно. Так она там забаговалась, пока Кирилл не встал. Мы туда успеем пролезть? Да успеем, наверное. Да? Чё ты меня ответственным делаешь? Я не знаю. Не понял. Как, ты её победил, что ли? Пизду, так побегу, короче. Нет, так побегу. Что в пизду. Я пойду. О, нифига себе, что она умеет. Так, ну я вниз спрыгнул. Я вас жду, ребят. Все равно справа, слева прыгать. Что, там прям надо вниз? Ну тут два доспеха, которые Кир взял, не взял, я так и не понял. Нет, я ничего не брал. А, ну тогда жду. Я тебя жду около доспехов. Спиной назад и прыжки. Ты так дошел? Ты да? Дошел? Да, я внизу. Давай попробуем. Только одень обувь. Обувь? Да. Блин, подожди, ладно, сейчас. А вы как? Куда внизу? Вы в другую сторону, что ли, куда-то ушли? Просто вниз по лаве я пошел. А, у меня вроде есть обувь. Ну это у тебя. Чтоб на ногах было это, потому что она и астролог, например. Это больше огня защищали. Скелеты там, кстати, всех убил, нет? Разворачиваешь спиной и нажимаешь пробел. Ну, мне пробел только уклонение. А, у тебя сколько панок ушло? Ноль. Я на костер не садился. Ну, одна. Просто вниз. Эй, ну какого хрена? Бля. Так классно катался. И вагонный контроллер. Куда вам спрыгиваете? Прям сюда же, только прям тут вниз? Ну не тут, ты там разобьешься. Тань, хиль. Снизу хилься. Надо? Да. Хилься, Тань. И сюда, да, в бок? Даже по... Тань, хилься. Почему она не... Да блять, ну иди ты в жопу, ёбаная хуйта, а! Блять, не в эту сторону, да? Понятно. Видимо, нет. Сука, я там допрыгну. Еще пару шагов. Стоп. Можешь ко мне идти. Давай. Вот эти лошади самые бесячие здесь, блин. О, она стоит. Я, кстати, на ней покатался, Кхар, немножко. Я тоже не катался. А как куда ждал. Вниз-то? Я не понял. По лаве вниз. Просто так-то нужно на лошадь запрыгивать сверху. И на лошади до нас доезжать вниз. Но раз она так постоянно там багует, я просто пешком не пошел. Спиной разворачиваешь спиной, не прям идешь спиной. Ну, я понял. И нажимаешь пробел. Я сейчас на костер сяду. У меня лошадь стоит в проходе, я ничего не могу. Садись, садись. Блять, опять сейчас эти скелеты все появятся. Блять, пиздец. Далеко, о, что ли? Кар. Че это там бонфайр, знаю? Дай мне с вами черепка. Не забыл хильц, блин. Не забыл. Вот сюда, что ли, в проходик? Да. Таня, встаем. Без ключа не пройдут. Да. Каждому. Что-то криво.
О! По лестнице вверх. Ключи есть, что ли? А я что найду? Что это, какой-то неадекват попался? Ключи. Переехать? Давай переедем. Опа! Не-не-не-не-не-не! Попались, попались! Тупые статуи. Ну чё там, Кир? Как у тебя дела? Молчит. Наверное, что-то не в порядке. А чё-то вы говорите, бумфайл? Хорошая, в 10-й раз тут прохожу, блин. Не в порядке, блин, достало, блин, эти лошади, блин, все. Блин, я тоже хочу, чтобы он боковался от кого-то другого, блин, а я спокойно проходил, блин. Ты сам решил то, что мы в твой мир заходим? Давай в твой зайдем. Я предлагал в мой заходить, ты говорил, нет, давайте в мой, мы все соглашались, твой, все. Все, теперь в твой, так в твой, так все, ладно. Стой, значит, я твоим закончим. Да, конечно, да. Там босс, там серьезный какая-нибудь? Да, да. Да умрем на Канемарке, что они просто. Вопрос, а реально эту штуку никак убить нельзя, прям совсем-совсем? Можно, если... Если сверху есть специальные бочки, которые на них падают, их нужно подстрелить, она взломается, уничтожается. Здесь нет. Либо с помощью бага одноручных кулаков и пепла войны, который он их дамажит. Ты, грубо говоря, сквозь нее проходишь себе по войны и уничтожаешь. Ага. Багом, короче. Слышал, Кир? Либо столкнуть их между собой. Их? Как этих столкнуть? Так их тут одна штука катается. Две. А где вторая? Если заметил, это два разных этажа. Первый на первом этаже, нет, второй. Первый, второй, да, где-то. Вторая здесь вроде должна ездить. Так, или вот стоять. Она. Там вот слева, на которой ты катался на ней. Хм. Вторая. Первая наверху. А значит, они и приезжают, потому что там тупик. Ладно, пофиг. Души ли прилетают откуда-то? Блин, скажите мне, куда тут дальше идти от этой лошади? То я уже заколебался тут, блин, пятый раз уже подыхать, блин. Какой лошади? Которая вторая? Которая ты вторая. До конца не спускаешься, и там спрыг вниз. Да. Вдоль этого. Какой? Там. Как, там есть дырки сбоку, слева, справа. Нужно спрыгивать не с самого начала, а вниз спуститься и снизу спрыгивать на них. Нет, ты тут зачем так-то спрыгнул? Да блять, ну куда? Посмотрите. Да как я посмотрю, когда она бежит сзади? Ну там за тот угол. Да, блять, а опять тут стоим. Может, багом воспользуемся? Каким? Ну, чё там, кулаки войны и чё ещё? Это надо отбиваться, я думаю, шипоп не таким. Ну, у нас же это есть? Я не помню, что там надо точно. Ну, уж я помню что-то, я помню то, что можно сбаговать. Ну, у нас кулаков нету этих кистевых. А-а-а. Учитывая, как ты рассказываешь, на моем фоне ты помнишь просто все. Я, блин, забываю то, что вчера было в Baldur's Gate. Память дырявая, память ни к черту. А, блядь, заебись, блядь. Ладно. Ты куда? В свой мир. Сейчас пройду я этот лабиринт до конца. И вы ко мне подключитесь. Окей. Выгоняй тогда нас, Кир. Не да. Надо, я пока прохожу. Давай. Кран, тогда тоже особо не торопись. Да блять, ёбаный скелет. Уже не торопись. Ну, в смысле, уже не торопись, не торопись, не торопись.
Давай всех так тебе перебьем. Я так и говорю, потом я говорю, конечно, все, я пройду, вы ко мне. Так зачем? А так ты сейчас опять до босса дойдешь, а все под этот там собрать. Соберешь, давай сейчас босса убьем, потом соберем. Специально для тебя сам умру, после костра останусь, и все соберешь потом. Либо давай дойду до того места, где можно собрать лут. Потому что, тебе нужно все равно у себя его собирать, потому что я уж собрал, мне его не будет. Ну да, ну и все, ладно. Проигрываете 25% из нас. Ну чё, Карн, как спихи? Подожди, не отвлекай. Ну я уже добрался до того места, где нужно спрыгивать вниз. Ну где ящейка? Я не помню, где там надо вниз прыгивать. Бей, не помню. Когда бежишь до лавы добегаешь, грубо говоря. Ну смотри, давай, нет лута, нет, я вот сейчас смотрю, здесь у меня все залутано. Ты подключился, да. Может, стрим ключ? Блять, подожди. Мерить бы сейчас. Блять. Я уже на простых этих моментах, которые 10 тысяч раз пробегали, уже тут уже, блин, этот. У тебя уже глаз замылился. Это уже все, не, лучше не проходи, ты сейчас больше устанешь от этого. Мне тут немного осталось. Да ёбаный в рот, крап. Перепрыгиваю постоянно. Я от этих не умираю, просто не могу допрыгнуть до этой балки деревянной наверху. Да-да-да. Я тоже не получилось. Я тоже так не допрыгнул на меня. Все, осталось только покататься на лошади. Лошадь не покату? Да. Вы сейчас там костре посидите, все, установите себе. Как я тут на костре посижу? Я еще внизу. Мы внизу стоим. Ну я к Кириллу говорю. Мир открыл свой. Кирилл.
Можно тебе присоединиться? Мир открыт, да. А как ж тут выйти-то? Какая тут что-то надо жмякнуть, чтобы выйти. Может, сдохнуть тогда и на костер сесть тут, а потом уже тебе. А, нет, да. Хотя бы выйдем. Так ты в своем мире сядь на костер. Да, точно, я затупила. Так, присоединяемся, да? Ага. Да уж, странно, конечно. Ну, у меня, кстати, тут могильный ландыш есть. Был в твоей. Нет, ландыш, это да, это цветы. Это не вот тут. Ну что ж. Ой. Привет, Хан. Привет. Привет. О, Таня. А Кирилл опять лошадь гонит. Усе готовы. Тогда я захожу. Блять, что я сделал? Да. Нет. Почему я зайти не могу? Не заходит? Меня выкинуло. Выкинуло? Меня в свой мир выкинуло, блин. Ладно, не убиваю, умираю. Умираем? Да, нет. Да? Хорошо стоит. Главное, чтобы у нас эти напарники не грохнули. Блин, да. Они уже грохнули. Мой напарник ушел. Так. Один удар по мне. Есть. Мой напарник ушел. Убей меня, пожалуйста. Спасибо. Давай еще раз. Сука, они его грохнут сейчас. Миш, ну твой напарник грохнет, тебе нужно умереть быстрее. Так я пытаюсь, он от меня убегает, блин. Че мне под него лечь, что ли? Вот я уже прям, я не знаю, я под ним стою, блин. Сука, ну нет, ну, блядь, блин, убей ты, ну! Пиздец. Еще последний раз. Ну, блин, я появился, блин, а что, тут можно прям в этот, что ли? Вот, я появился, тебя засчитали? Да. А ну, заебись, все твое. Мы, Тань, ты просто вдумайся, в маразм ситуации, мы пытаясь умереть под боссом, почти просто в пасть ему залезли, блин. Эта сука нас не пила, просто никак. Что там в сундуке? Корень смерти. Я говорю, когда пытаешься с ним драться, ты хоть бы, как это, все время откаты, перекаты. Поднимите меня, сядьте на костер, пожалуйста. А? В ТПшнике сядьте на костер, поднимите меня. А, окей, сейчас. И здесь, блин. Давай, бей меня. Да хрен-то там, блин, отстань. Кирилл пока может пробежаться, попробовать этот. Залутать ту комнату, если он лут, может быть, будет, не будет, не знаю. Я посмотрю. Сейчас поднимем. А уже подняли, что ли? Пока. Никто не сел. А, нам вниз надо. Поехали? Че? Вы че стоите? Потому что у нас лифта нет. В смысле? В прямом ты стоишь. Нажми на кнопку лифта. Он появится уже. Ну, блин. Сейчас я его обратно отправлю. И, наверное, он приедет. Сейчас он приехал. А, ну окей, езжайте так. Так он с тобой приехал? Нет, я вниз еду. Сейчас кого-нибудь ТПшнет. Либо Кузьмич, выбегай из лифта, если ты приехал. Блять! Как интересно. Ой, как далеко я улетел. Блять. Я летел всю шахту лифта, знаете, это было прикольно. А я говорил, сбагует кого-то, кто-то улетит. Значит, кого-то. Кого-то. Меня! Самого меня забаговал. Ужас. Беспредел. Такая пошлость. Звенящая пошлость. Я надеюсь, клинмарики мне дастся. Или мне придется бежать вниз. Бля, а не дать. Ох, клинмарики. О, спасибо. Ну, дикер. Блядь, я сейчас там и сдохну, блин.
А зачем этот корень смерти? Это зачем? Так собачке появилось? Отдать, чтобы она скушала. Собачке? И подавилась? Она даст нам что-нибудь, либо заклинание, либо оружие, либо что-нибудь. То есть собачки. Еще и не, есть еще и неопределенность в этом вопросе, да? Нет, есть определенность, там просто нужно смотреть по схеме, сколько за что. Ага. Кто-нибудь помнит, в Инквизиции можно вещи разбирать на ингредиенты? Я не играл. Но лошадь не идет. Пока. Хорошо, спасибо. Я не играл. Нет, мне правда не знаю, можно ли разбирать, но... Что, что разбирать? Идет, это очень важно. Вечно. Предметы на ингредиенты. В Инквизиции, не знаю, не помню. В Mass Effect, да. Ну, в Mass Effect, да. Так, что, Тань, пошли с ним? Еще комплект доспехов возьмем? Есть кнопочка уничтожить. А я прогуляюсь. Нет, уничтожение просто уничтожает. Ай, не попал лучник. Конечно. Да, не попал. Не хочется. Что-то не хочется, да? Короче, мне лучше не идти туда, чтобы не активировать его, да? Ну да. А, ну да. Блять, все, я увидел, куда, блять, надо прыгать. Надо было, оказывается, зайти и сюда в бок, блин. Сучка хуйня, блядь. Так, что тут? Тлеющая бабочка только. О, блин, нет, нам туда не надо. Никакой больше тут херни нет. А лес тут есть, что ли? Как отсюда выбраться? Ты вниз прыгнул, там вот, по боковой проходишь, там а, проход. Вижу, да. Стой, все, нашел. Привет, ты. Ты что, умерла? Угу. Ты душ не будешь устанавливать? А, нет. Я думал, ты не про игровое состояние. Так ты нет, не умерла. О! Я просто с ними не пошла. Ага. Мне не понравилось. Так, что тут? А, доспех рыцарищейки и доспех. У него есть. Нет. А, есть, да, у тебя? Да, все, вот. Ну, отлично. Ты больше на бомфайр? Подожди, а тут там больше ничего нет, что ли? Нет. А там же вроде еще с другой стороны что-то было, короче, нет. От лавы, нет? Или это не в этом? В этом? Не в этом. Не, подожди, в этом данже, по-моему, там за первую лошадь, типа, дальше за лаву, по-моему, если пройти. Так, вроде. Блять, ну ладно, хуй с ним, короче, нахер это все надо. Перелет. Допрошимся, могила героя Гельмира. А где это? На входе? Не, не могу. Да? Подожди, тут я массово это. Ой! О, блядь. Его могила. Герой Гельмира. Чтобы они пришли? Да. Клинок Богомола. Вот видите, чуть его не пропустил. Где клинок Богомола? Мне с этого черного клинок Богомола. Фу-то, блин, я уж думал, какой-то лут здесь нашел. Ой, ненавижу этих лошадей. А они тебя тоже не шибко любят. Видишь, я взял и прошел спокойненько там. Все получили. Понимаешь, ты знал, куда прыгать. Блин, я два раза, короче, туда прыгал, и я прыгал в бок. Вот нет у меня доверия к этим лифтам, честно говоря. Я просто сразу прыгнул в бок, и, блин, этот. Я не знал, что там карниз около лестницы. Типа думал, наверное, направо надо прыгнуть. Прыгнул направо в лаву, блин. Налево прыгнул. Прыгнул налево опять в лаву, блин. Это учитывая то, что я, блин, не каждый раз оттуда добегал, и меня несколько раз там подыхал. А ты пока вниз летел, не видел? Нет. Ну, блин, у меня аж камера-то в другую сторону показывается, когда летишь. Уже жди не твое. Это не в прыжках дело, а в этом. Потому что я тупо не знал, куда. А еще это же, блин, дрянь-то за тобой бежит, то есть надо быстро-быстро все делать, короче. И там времени остановиться и посмотреть нету. Это из-за того, что ты сильно нервничал, оно так получалось. Ну да, под конец уже, да. То есть я уже даже начально этот первую лошадь уже пройти не мог. Я там уже умирал раз 10, короче. У меня там два скелета мочило, короче. Мочило? Ну да, я там натурально зашел в эту первую нишу, и там этот. Скелет. Те два скелета меня несколько раз просто выносили, потому что уже все бесит, короче. И цвет и запах,
Здрасте, это ж босс. Ну, уже нет. Нет, это просто мух. Он, даже она же в этом была, в замке с грозовой завесой. О, блядь, чё ты орёшь? Который мы поделаем. Я ждал такой меч, прикольный, мобы бывают боссами, боссы бывают мобами. Да, прости, я забываю, какая халтурная эта игра. Иногда мне кажется, что это что-то стоящее, но потом она мне напоминает, какой же это на самом деле говно. Загнутый меч гробокопателя. Зачем гробокопателя меч? А ты где его взял? Он там валялся. Да? Вот если здесь меч как угаться, то он и выкопает. А, да, точно, смотри. Не заметил, спасибо. Ну, она наверх. По какой из лестниц? По правой или по левой? Еще две лестницы? Да, там, да, там еще одна лестница есть. Ну и по какой вы в итоге полезли? Не знаю, по первой. Там вторая лестница мимо, она там дальше выше сразу ведет, по-моему. А, или это со следующего карниза? По-моему, следующий карниз. Да, да, вон следующий карниз, да. Одна напрямик, другая тут сбоку. Мама. Заныкались. Спокойно, я сейчас вылезу и буду тебя поддерживать морально. И всех разныкаешь. А вы куда убежали-то? Ой, нет, не сюда. Смотри, как бедолага рыцаря расстреливает. Как Гитлер из пулемета. Пытаюсь помочь. Ничего себе. У вас тоже этот глюк был? Какой? Нет? Ну, сейчас кто-то, наверное, Харм кого-то убил, и он полетел у меня как с ветерка. Ой, бабочки. Личинка бабочки. Нам, нам, по-моему, по левой лестнице подниматься. Самое забавное, что... Простите, у него был лут, и он светился, летел. Да, прикольно. И он улетел куда-то туда вот вниз. Блестящий камень кукушки. Сегодня в гости приходил друг Ярослава. Под конец сделал вывод. У вас нет телевизора, но есть полно компьютеров. Это, конечно, круче. А нам вот эта штука не нужна справа? Сейчас спустимся, соберем. А нахера нужен это телевизор? Штука. Ну, у них просто на кухне большой телевизор. А. Зачем? Они там тоже подсоединяются и смотрят, как съедут вообще. Странный чувак. Я, говорит, давно не ел. Купи, говорит, что-нибудь. Так я же тебе только душу дам. Капюшон виновника. Капюшон духовника. Я у него все купил. Капюшон духовника — это мой стартовый комплект. И капюшон виновника, да. Ой, блин, и все стрелы заодно выкупил. Вы по какой лестнице, которая ближайшая к нему? А, вы вообще еще не на лестнице. Они сзади. Туда? А по этой не надо. Почему? Ну, сейчас... вот, а, забрать по клубу. Ну ладно, покупай. Нам нужно забрать тот лут. Тут ну, большая она, стрела. Ох, и какая-то чего? Упала. К дождю, скелетка. Точно. Ну или клави, я уж не знаю, как тут по приметам было-то. Я дико извиняюсь, а что это за хрень вон там на скале сидит? Где? А вот там. Вот про там. Про птицу? Да. Да. О, попал. Сейчас прилетит. Ладно, бей ее. Я не вижу. Или нет? Или она ходит? Она внизу уже. Он не поднимется. А, она не поднимется? Нет, нет, забей нет. А, ну ладно. А что так? Такая бесполезная птичка? Ну, простой моб, который бомбочки кидает. Красивый. А, вот такая же? Ну. Вот такой? Да, вот такой. Это редкостой моб, который кидает бомб. Какие бомб? Вот эти бомб.
Бум. А, еще, кстати, мне понравилось. Ярослав такой, Салим отводит и говорит, а еще моя мама с папой играют. Он такой, да ладно, врешь ты. Он говорит, да нет, играют. Прям оба. Ничего себе, мои родители вообще не играют. Пс-пс, братан, братан, сейчас такое скажу, ты не поверишь, да, иди сюда. Вы ему скажите, вы ему скажите, что он может платные стримы проводить про вас, как вы играете. Но я при нем вообще поиграл, даже немножко при них там. Ну это ты, это не ты притворился, значит это неправда. Я в SnowRunner поиграл чуть-чуть. Ну я в зомби против растений. Ну SnowRunner прям та самая игрушка для стартеров, блин. Наверное. Да, нам уже самое то пора. Ой. Ах ты ж черт, эй, а, что такое? Крыльца? Господи, я думаю, что происходит? Вот так... Ой, у него глаза горят. Красиво я его рубанул по спине. Да, блин. Жутко. Сколько можно их отталкивать? У меня появилась подписчица. Дико активная. Просто дико активная. Замучился сегодня на ее комментарии отвечать, ей-богу. Да нет, прикольно, я просто удивился, что по Neverwinter еще кто-то так фанатеет. Причем, судя по всему, хотя не знаю насчет возраста, хз, но мне показалось, что она моложе меня сильно. Да, а ты куда торопился? Над вами. Зачем ты над нами? Цветочку упал. Где конкретно над нами, можно? Вот смотри, вот видишь выстрел? Нет, не вижу. А как ты туда залез? Ну, так, наверное. По балке, да, такой деревянный, полудеревянный, каменный. Слушай, ну ты уж определись, по балке или по балке, по деревянному, по да. Не, ну все-таки я же говорю, что не отнять это вот у Елдени, это все-таки разнообразие локаций. Вот, блин, немногие так в открытом мире делают настолько отличающиеся места. Жёлтое око. Жёлтые тюльпаны. Штурм вулканового поместья. Бесконечная бесславная битва. Убогих хворох и бахал. Чё, откроем бомфайр и обратно бежим? Нам туда вот стани надо, да. Вот в ту сторону. Сейчас я орла замочу. Же босс наверху. Может сразу убьем? Не-не-не, потом убьем. Сначала туда сходим, нам там это надо забрать. Заклинание встанет. Ну я знаю, да. Не знаешь, не ври. Так, так, коснуться. Еще раз, нам куда? Вы где вообще? Через мост. Бомфайр, прям. Окей, все, бегу. Надо сесть сюда. Там мудацкий босс на очень противной арене. А мы, по-моему, его нет, не убивали. Такого как убивали. Будто тут других есть, блин. В пещере такого убивали. В пещере. А, ты да. Имеешь в виду мудацкий босс, в смысле он гигантский, быстро бегает, а вокруг очень Срагами. Мало места? Да. Бык такой, да. Ну как мало места? Места много, просто воздух. Просто он слишком большой, да? Нет, просто это место, это пустое пространство, как бы воздух. Ну его много, да. Да. Не в какой-то затхлой пещерке, а все. Стойте, вот... стойте, стойте, Таня еще это. Стойте! Свежий воздух. Все нормально, пошли. Все нормально. Сейчас они уедут. Да, как обычно, че, привычно. Че стоим, поехали. Дорогу показываем. Стоят два часа. Все любят этого ежика, да? И вот Симмонс Кэттер. Ежик. А я про это. Почему Дональд Дак? Да ладно, вы не помните, что ли, Симмонс Кэттер? Да, я помню этого ежика. Он там обычно все рассказывает, так а то пофиг. Мне почему-то он сын. Нет, раньше у меня тоже с Дональдом ассоциировалось это. Но все-таки сейчас уже. Дональд орущий истеричный, он так. Нет, ну знаете, если учитывая, что он отец одиночку у трех абсолютно шизанутых племянников, я бы, наверное, тоже был немножко нервным. Подожди, Скрудж, Дональд Дак, это же разные пацаны. А, пещеру нашел. Что, Скрудж? Давайте полутаем, раз пришли. Три племянника у Скруджа. Нет. Дональд Дак это не... Это он их дядя. Он их дядя. А,
Слишком много племянников. Мы, кстати, на самом деле не туда. Подождите, нам надо было от кипящей реки и дальше вперед идти. Там, по-моему, проход к тому, что вы хотите. Там нам надо мимо замка пройти, мимо этого, а тут, по сути, вот этот босс сейчас рогатый будет и... Он не здесь, он выше, наверху. Ну да, там у того этого. У того... Бонфайра, где мы только что отдохнули. А тут сейчас, по сути, только пещера. Я вообще на костре, я даже не помню. Так мы сейчас что делаем-то? Планируем? Ну, защищаем эту пещеру. Да, ну все. Не, ну вы что-то рассуждаете, рассуждаете. Нет, просто я помню, что им нужно, и этот, это в другой вообще, типа, это вообще не тут идти. Там, короче, ты в итоге выйдем к этому мавзолею, где были. Ой, тут спуск. Я ничего не понимаю. Тоже через балку. И тут спуск. Тут везде спуски. Куда идем? Хан, ты где? Тут я. Мох трогаю. Я буду я за тобой бежать, за твоей шляпой. Блин, твоих шляп тут две штуки. Ой, тут осторожно, тут что-то есть. Золотая руна. Я не знаю. Золотая руна 6 там была. Была? Видимо, не здесь, раз тут кто-то есть. Ну, я подобрал ее. А вы куда спрыгнули? Сюда? Или туда? Туда? Туда. А, вот здесь. Ой. Ты как будто меня испугался, сейчас в обратном направлении. Не-не, там синий, это кристальный мох, бери этого. Забыл, пропустил. Да, вот дорога, босс, вот. Хотел, вот. Угу. Ты нет, хотел куринч. Я? Я? Почему тут я? Кузьмич, который вообще никуда не хотел. Я, блядь, вообще не в курсе, что я тут делаю, блин. Ведите, давайте уже. Почему Харна опять нет? Да он опять делся, блин. Наверх пошел обратно. Зараза. Пошел обратно наверх. Другой проход, который зовут золотого золотать. Это про золотую рунду, которая? Ну. Ну я там был. Какой, какой, где он? Противоположный? Угу. Шляпа там будет. Так, и сюда. Идем, мне что-то раз. Да, надо прыгать вниз, Кирилл, возвращайся, идем. Ты не все нашел, мохахахаха. Мох бери, да, мохаха. Ты нашел не все, мохахахаха. О, тут много всех. Еще. Щит со змеёй какой-то, ну. Что за щит со змеёй? Секундочку. Баклер. Щит со змеёй. Баклер. Яд. А, нет, я хотел посмотреть, он яд накапливает или нет. Или так чисто для красоты называется. Но нет, накапливает яд. 72 единички, кстати. Хороший показатель. Можешь тебе показать горгулью эту штуку? Знаешь, сколько она накапливает? Нет, ты расскажи. 150 с чем-то. Но это из твоих прокачанных вариантов. Ага. Так, без меня не идти туда. А, ладно, что? Да ты... Козлина шляпная! Королева. Дмитрий, меня бьют. Ну и что? Куда тебе дорога? Ой, боже. Я зашла далеко не первая. Блин, у меня надпись теперь, вы можете просто... Миш, мою убили. О, вот он, Миш. Оружие дальнего боя бери. Где? Кувшин пушка. Где? Мы только что босса дали. Босса. Я даже не заметил. Ой, все. Нет, тебе понравится, ты такие любишь. Кувшин пушка. Сила, ловкость. А, тут нет бонусов. А, да, нет, да. Сука, нет. Еще тяжелее. Вы что, угораете, что ли? Да ты возьми, она прикольная. А, снаряды-то какие? По-моему, я не помню. Стрелы большие.
Он большие стрелы, да. Она дальнобойная. Да, она больше фановая, если что-то пошло, конечно, на самом деле. Это не этот. Это не то, с чем прям уж проходить играть. Но по фану она прикольная. А точно большие стрелы? А большие стрелы стрелы или все-таки армейские болты? Да все равно. По-моему. Нет, может... болты. Болты. Обычные стрелы она не берет большие. Подземелье, пробуем. Да, нам вот сюда вот надо. Подождите, я еще тут внизу. Ну да, это, по-моему, вот на деву... А, нет. Нет, дева это пещера, нам туда подняться наверх. Но туда подняться надо через кипящую реку, там по ущелью пройти, по-моему. И там мимо замка, там будет замок вот этот огненный. Да, да, да. По краю пройти. Пошли пока быка жахнем. Да, давай. Он тут рядом. Быка. Ядовитая смазка. Идемте, говорит, жахнем быка. Идемте, идемте. А что, этих убивать не будем еще раз? Да, ну их нахер. Козлов. С моста можно на лошади упасть? Наверное, можно. Естественно. Можно. Один раз. Надо посядеть. Что, на быка? Тут посадить. Есть два путя, можно... Да-да, садитесь. Тут можно на лошади запрыгнуть на арену, а можно зайти по этой. Где на лошади, я так быстро. Все, готово? Ты все прям уже вот так сразу? Мне кажется, я не готов. Взрослый зверь, падающий. Лез! Ты! Чувак, я только появился, да и... Дай жопу-то оторвать от лошади. Бичара. О, попал, клевый пуш. Тебе понравилось? Ну, видишь, бахает. А, она станет, по-моему, хорошо, по-моему. В этом, по-моему, ее фишка. Я, короче, взял лучника. Аккуратно, сейчас это херанет. Прикольная пуха. Знаешь, кого напоминает? Гнома из этого. Да, из Вермендайда, да. Да-да-да. Даже не напоминает, а один в один. Да, а давай. Что, костра нет никакого? А тут все, тут смотри, вот здесь проход по балку, да. Вот по этой балке идешь, и мы прыгаем к вулкану поместья. Вот тут. Вот. Это типа как добраться туда, на вулкановое поместье, без телепортов и без вот этого всего. Ага. То есть мы типа тут прыгаем и идем туда. Я тут не помню. Куда тапаемся? Да. Для начала давайте посмотрим храм города тюрьмы. Это где? Храм города тюрьмы. Да, на ящерицу посмотрите, она там будет или нет. Мы же ее дали все. Храм а где это храм города? Ниже здесь, вот... нами. А, эй, блин, какого храма? Тот дерется. Эй! А, блять, дай на меня эти, на... Дайте на меня напали, блин, сволочи. Сейчас, извините. Под нами. Не, там он Кирилл дальше. Че? Так, нет. Ну ты понял, что храм города тюрьмы, да, под нами. Место благодати вулканового поместья, храм города тюрьмы. Я нашел. А я кто не кто нажал? А не нашла. Нашла. Ага, нашел все. Да. Этой хрени нужны только взрывные болты. Арбалетные. Большие. А, именно взрывные? Да, именно взрывные. Ты их умеешь? Нет, не умею.
Я их умею только покупать, то не знаю у кого. Твою умею, так что такой убежал первый. Ну, она такая фановая. Ее, если, конечно, прокачать тоже до X10, она прям, ну, будет более-менее мочить, но все равно это не то, с чем там проходить боссов или... Так. Тут никого нет. Что дальше? Пошли, пешком. Тут мужик. А, она там должна быть, что ли, в этой? Ага. О, у меня все еще у того трупа есть что-то, что взять. Мы там не были. Наверху не были еще. Ну, я думал, были. Нет тут никого. В чем прошлый раз сюда раз не залазили? А, нет. Да, не залазили. Ладно, ладно, побачить мы так это. А, хотите, я расскажу, чем история этого японского ганнибала в Париже кончилась? Ага. Давай. Он заработал кучу денег. Как? На том, что сожрал свою однокурсницу. Он давал интервью, написал книги, даже некоторые детективы писал, где описывал то, что ганнибал, какой он сожирает свои жертвы. Он очень богатый был. Сидеть. Вы, по-моему, в 21-м году умер, что ли? В 22-м ли? От инсульта. Ну, то есть, представьте, да, во Франции он тут сожрал человека, приехал в Японию, его там папанька отмазал, и он стал богатым из-за того, что он каннибал. Да. Че, поехали во Францию? Да, просто японцы любят все странное. Да-да-да, то есть он выпустил свою автобиографию, где описывал в подробностях все, что он делал, и эта книга бестселлер, японцы реально не любят. Типа это же от самого маньяка из первых уст, как говорится. Да. Плюс еще есть люди, не будем показывать пальцем, которые просто привлекают маньяки. Привлекают? Я не говорю о тех, кто смотрит всякие видео про маньяков. Это не видео, это подкаст. Там даже видео нет. А ты представляешь, если бы еще и с видео. Я про то, что есть люди, которые просто любят плохих, так сказать. Помните этого казанского убийцу в школе? Стрелка. Да-да. Почти сразу писали о том, что некоторые ему стали в колонию писать и вообще... Ну ой, да, да, у него там фан-клуб образовался неплохой такой. Вот-вот. Либо вот тоже еще. Так что? Ну, правда, был один человек, скажем так, из власть имущих, который очень честно сказал, что, кажется, попытаетесь его вытащить, я вам всем бошки посворачиваю. И как-то фан-клуб очень быстро сдулся. Да, а что там сдуматься? А? Ох, ё! Я при всем, как бы это вот, по-моему, как раз одно из тех, один из тех случаев, когда свободу слова, на мой взгляд, стоит ограничивать. Нет, наоборот, я... надо. Нет, я в каком плане имею в виду, что ведь многие идут, ну, не знаю, не многие, конечно, но определенное число наверняка идет в том числе в расчете на такую популярность, что. Вот я сейчас бью, да, а еще там, а потом у меня интервью будут брать, и вообще там у меня поклонницы там появятся. У этого чувака реально с башкой были проблемы. Нет, то есть я как раз про то, что вот, ну, типа... Там лестница вниз. Там куда? Потом. Я не знаю, на ком там этот, прям, законодательном уровне стоит прям как-то... Там вообще под лестницу, правильно смотрю? Нет, никогда ничего не стоит. Ладно, это уже другая история. Слышишь? Ты правильно смотрел на лестницу, а на нее. А, так я же спросил, ты лишь потом. Они наверх пошли. Нет, скажем так, я не всем про информацию, а то, что типа вот, ну, такого рода там, типа статьи, которые там
рассказывают там историю жизни, там вот эти интервью, ну вот это реально, это, на мой взгляд, это стоит запрещать. Да? Нет, Кир, ничего не стоит запрещать, потому что ты запретишь сначала одно, а потом второе, потом третье, понеслась. Как раз наоборот, хорошо, что это не запрещено, потому что все фрики на виду. Блин, ну вот, не знаю. И знаешь, вот самое приятное, что мало того, что все фрики на виду, так еще и ты знаешь про эти фрики, и другие, а то ведь есть куча людей, которые, знаешь, это вот... Ах, каннибализм? Нет-нет-нет, этого не существует. Насилие в школе? Ой, нет-нет-нет, этого не существует. Вы что, такого не бывает. Слушайте, ну вот вы в курсе вообще, что вот этой, по-моему, или осенью, или зимой поймали как бы маньяка, который в нашем районе орудовал и жил достаточно недалеко? Но... Я что-то такое читал. Никто, ни хрена, не в курсе. Сейчас никто ни о чем не в курсе. Просто это дело было очень громким. Ну и вот он непопулярный, и вот у него нет фан-клуба, сторонниц, все замечательно. На него не будут равняться всякая школота. Ну, не это... знаю, но это такое на самом деле. Нет, ты прав, тихо, самые известные шарик. Американские маньяки, они очень известные. Действительно, у них есть фан-клубы, то есть всегда есть такие, кто и пишут в тюрьму письма и говорят, что а давай вот ты выйдешь, будем жить ой, вместе. Лифт. Там еще а что-нибудь. Нам налить, да? Знаю, что в голове у людей. Ну Кир, ну что встал-то, блин? Ты что? И стоит, главное, поперек проход. Что спрыгнуть-то не дал? Что должно быть в голове у людей, чтобы захотеть жить с убийцей? Ну вот. А если сам на лифте, когда будет спускаться, будет проход, не слив поедет дальше. Блять, я не про... Ты как так? Он куда-то хотел проскочить там. Да, я или что? А что? Ну, судя по тому, что он умер, мне туда не надо. А где этот лифт? А, где дергал этот лифт? Вот я пытаюсь, а вот... она не дергается. И у меня тоже. Заебись. Только он, видать, поднялся вместе со мной. Передергивайте, наверное. Он стоит. Он не двигается вообще. Вообще он у меня внизу. Он у меня внизу сейчас. Он тоже внизу и не дает дернуть за эту. За рукоять. Чтобы поднялась. Нет, я вот, может быть, вы это тоже, я не с кем... Мир, поэтому он умер, и сейчас мир как-то немножко перезагружается, так всегда бывает. Миру стало плохо, его дебил. Я буду бежать очень долго, потому что мы не сиделись на костре. На дальнем костре. Долго гнать велосипед. Я про то, чтобы, типа, не запрещать доступ какой-нибудь там информации к статье, а чтобы таких статей, типа, не было. Никто, типа, не должен в комплементарном виде... Так это есть, блин, а? Но. Так это и есть запрет информации, это контроль информации, не запрет, а контроль. Да, вот. И не должно быть его. Ну, вот я считаю, что в таких вещах, наверное, должно быть. Странно слышать этого человека, который узнает об убийствах и маньяках, читая всякие подобные материалы. Про что такое? И такой, я не против того, чтобы это было. Я не читаю подобные материалы. Я знаю, что они существуют, но я их не читаю. И, ну, типа, не знаю. Я знаю. А вы знали, что Лолита Набокова по, типа, как бы есть реальный человек? Ну да. У нее очень стрёмная судьба. Нет, очень стрёмная. У нее не очень стрёмная судьба. У нее пиздец какая стрёмная судьба. Ну да, но она как бы сначала 2 года у этого педофила, а потом через 2 года жизни, когда ее все дразнили, мучили и не было нормальной жизни, в автокатастрофе разбилась. Ну да. Ох уж эти обычные милые граждане, все понимающие, все прощающие, такие правильные. Такие правильные, такие хорошие. Че, едем кататься на лифте? Да, ты пришел. Я тут этих зомбовзрывателей валю. Пойдем. Что, надо фонарь включить? Секундочку. Нет. Стойте. Я включу. Можно в лифт? Так. И что теперь? Сначала вниз, потом наверх? Вот куда надо было. Подлюка, я не успел среагировать.
Уи! А я ура, я успел. А то нет. А я через стену и вниз. Умеете так? Тут ничего. Ключ, Карна, ты откуда? Ты через окно, что ли, вышел? Да. Я вышел через окно. А где я? Там, откуда Карн бежал. Очень долго. Да, вот он стоит. Кто? Он очень долго гнал велосипед. А, это? Баба змей? Змеебаб? Да. Не знаю, вот Кир, например, на тему запретов. Ты вот в курсе, например, что не так давно в Голливуде, ну точнее в кино в принципе, был запрет на слово «штаны»? В прошлом веке. Ну, точнее. А знаешь, возможно. Почему? А знаешь почему? Знаю, но... А все очень просто. Потому что штаны, они на чем? На жопе и на члене. И на гениталиях. Вот все, что связано было с гениталиями, было под запретом. В том числе и такое упоминание, как штаны. То есть буквально нельзя было услышать что, слово штаны. Ну, окей. Не знаю, я... Как сказать... Гениталии это одно, а тут типа, блин, не знаю, тема про маньяков, мне кажется, немножко другое все-таки. Неважно. Начиная с одних запретов, ты в итоге приходишь к полному бреду. О чем, мы не будем с ней разговаривать? Или что? Будем, я так жду. А, она еще не пришла, елки-палки, я думаю. Я просто вижу, что грибочками вообще... бегает. Куда тут? А что, можно было сразу отсюда, что ли, по лестнице спуститься? Ну что, прикалываешь, что ли? А что случилось? А где это там сразу? Там можно было вообще не прыгать на лифте, Тань. Ага. Туда. Карн. Да еще пока бежать. Можно тебя за минутку? Это в лаву тебя сброшу только и все, блин, иди сюда, жопа, жопа грибная. Так, еще тут. Так, куда идти-то? Че спрятался? Так, я знаю, где ты. Я поднялась на эту колонию, а потом куда? Когда я в окно, ну, ближайшую дверь. Окно. Иди в окно. Здравствуйте, у вас есть закуска на субботу? Потом спрыгивать на лаву. Я буду на велосипед. В окно. Ну, так как тут лежит тут, наверное, мне не сюда. А вы где? Там, по-моему, тебе надо вниз, Тань, спуститься немножко. Ребята, а вы где воюете, не пойму? Я не воюю, я Таню встречаю. Тань, стой! Ты не туда пошла. Ну, неудивительно. Вот сюда, иди сюда, дойди до сюда, и тот там спрыжок вниз. Я тебя не вижу. Иди ко мне. Ты хочешь на меня плюнуть? Не, подойди ко мне. Ты хотел, чтобы ты умер, да? Да, да, сюда, стой, стой, сюда. Нет. У меня есть, а я его где-то могу. Там надо прям близко подойти. Иди сюда. Сучка крашеная, стой, я тебя сброшу. Стой! Не ходи, на тебя плюнут. Стой, подлюка, я тебя вижу. Я знаю, что ты делал этим летом, стой. Таня сзади. Здрасте. Ой, бля. Напугал. А, тоже. Там это, лут заберите. Какой лут? Где? Ну, Кан, скажи людям, куда. Я уж прыгнул, они увидели, кто я прыгал. А, ага. Слева там от моста. Аккуратней только. Корабей багровых слез. Хасоу. Я почти промахнулась. На Кузьмич я потерял. Кузьмич я потерял. То есть я знаю, где ты. Где? Там. Где? Там умка топчется. Я прям слышу цук-цук-цук. Почти надо. Сок. Очень страшно.
Ну ёп. Ждем. Ты идешь? Я отправил свою внутреннюю землю. Видишь, мне не достанется. Огромная. Огромная что? Локация. Внутренние земли. Станешь открытый мир. Попробуй, достань меня. Стой, иди сюда. Там не обязательно вот, с крифтом играть. А, душу, да, забери. Ты где-то сверху или где-то снизу? Отсюда можно. Че, идем разговаривать с этой дамой-то? Да, я вожду возле нее. Нам вниз же. Блять! Нормально, Тань, все нормально. Где здесь? Наш плюс один седой волосок. Ждем Кузьмича, не болтаем пока. Ой, а че она прямая? Смешно. А, девушка болтала. Ну ё-моё. Ну как обычно, ёлки-палки. Че, говорить-то можно? Да-да. Я вот не помню, что будет, если не давать и давать. Там типа разные луты, по-моему. А мне ничего не предлагает? Она мне про убийство рассказывает. Пока болтает, да, потом в конце. Типа дать, не дать. Нет, у меня... А вы у мамы ее настойку брали? Что? Не знаю. Мне ничего не нет. Хватит. Говорит, освободи меня от этой оболочки, и все на этом заканчивается. Да, а, значит, вы не брали бутылку забвения? Хз. Чё-то я к этой маме... Я к этой ее маме подходил, чё-то у нее брал. Ну да, я тоже. Не знаю, подходил ли я, чё-то, я не помню. Ну и хер. Ну, тут грамм вначале, я... Ну ладно, я дам ей. Давай. А он для всех этот, типа... Да. Ну, смотри, она чё-то берёт. Ага. Убей меня, смотри, убей меня. Смотри, вперед. Руками дотронулась. Да. Анатомия у нее, конечно, странная. Умерла? Змея. Нет, это забвение же, она просто забыла. Так мы не умирает. А поговорить можно? Умерла там другое. А, нет. Типа забыла, что она яйца, что ли. Ага. Но вообще. Она у меня продолжает говорить про ненавистную оболочку. Ага. Она со мной разговаривает, тут же диалог прокручивает. Дальше, в этот? Вниз по лифту. А-а-а. До конца доспустимся уже. Не угадал. Порт пят открыт. Стреляем. Можно сесть на костер. Я лучше рядом посижу. Шорткат. А. Дверь тут открыли. Здорово. А, ну я же могу левелап. А мне 81. А мне до левела еще как до луны. На велосипеде. Мне 6 надо. Наверное, не будем пока еще. Так побьем, наверное. Я буду, подожди. Ну типа тоже вроде ничего такого, не будет прыжков. Все относительно. Блин, ну давай тогда, ладно. Ап, ну хер с ним, 6 тысяч. Жалко будет. Так, по-моему, хватает. Куда дальше? Даже лишнее. Обратно лифт. Петь лифт. Вообще время уже много. Да ладно, что случилось? Завтра суббота. Ну, и да, что? Завтра рабочий день. Суббота. Это не повод к чертовой матери ломать. Не рабочий день завтра. Меня тоже, кстати. Безобразие. Ты на выборы сходил? Нет. Вот это реально да. Безобразие. Зачем? Зачем? Подаришь кому-то голос свой. Все тлен и безысходность. Кому-то? Кто же это таинственный кто-то?
Ну откуда мы знаем? Это же выборы, интрига. Ой, господи. Прямо это. За мной еще никогда не гонял с говно из унитаза. Все же в курсе, да, что эти уроды взрываются? Да. Мой бог. Сука, попал все-таки, а? Че, а нам туда что? Одно из головы, с голове что-то лежит. Да, делал Кирилл. Повязка просто людина. Двигайся. А, никуда прыгать не надо. Просто в очередь. А змеюк еще не убивает. А че их бить? Они и так по лаве бегают. Ну, а я возьму, не убиваю. Че это у вас там за фонтан? Какая-то с это с лавовым кнутом какая-то змеюка. Прикольненькая. Точно! По поводу. Да. Ах, забыл про это. Ладно, я пошел вниз. Мы облажались? Я такой. Арн облажался. А нам тоже надо? О, блядь, ёбаный рот. Видимо, да. Это в оказино. Карн, это был ответ да или нет? Ну да, может помочь, я не против. Ну и ху. А, опять это, блядь. Железная леди? Нет? Нет, ядовитый у тырки тут был мной. Господи, как это? Те, которые тебя ваншот скидывают. Да. Нам вниз надо? Да. Мне прямо там вот туда вот, да? Да-да, прыгать немножко в лаву обожжу. Личный камень мрака. Ах. 6. Видел, я прыгнул и не обожглась. А слов я дальше, в общем, не знаю. Нам в башню Рени обратно рано еще? Зачем? Блайда убить его, доспех. Рано. Он когда появится? Не помню. Карн, ты что в сапогах-то? Ты же вроде босиком ходил. Нет, я в сапогах был. Че? Это не босиком. Я уже не босиком. Таня босиком. Босяк. Нет, меня повысили. Таня босяк. А я им дал, да, носок. Добби свободен. Что, даже из-за угла никто не упадет? Странно. Судя по звуку, кто-то где-то страдает. Причем запором. Причем в острой форме. Открывай, маг, ты сможешь. О, ёлки-палки. Эти чуваки не выглядят безопасно. Выглядят немножко грязными. Так, я даже не вижу. А, прах змеилюда. Да-да-да, помню. Видюшки был там. Вроде даже его не сильно ругали. Ой, эта локация похожа на... Тут, по-моему, на каждый тип противника есть прах, если не ошибаюсь. Плюс еще прахи уникальные. Ой, это яйцо на голове? Ну, типа... Ой, там сзади, по-моему, что-то, что можно мечевидный ключ приложить. К чему? Там, да. А здесь все. Это туда не идем. Куда туда? Это проход уже к боссу, мы туда не идем. А, то есть вот мы идем вот, в мечевидный ключ. Вот эта ТП-шка, что ли? По-моему, да. А почему мы туда не идем? Мы босса потом будем делать, сначала квест поместье надо сделать, чтобы босса убить. Ага. Ну то есть мы сейчас идем в мечевидный ключ. Угу. Ну ладно, давайте я предложу. Что так и быть. Раз уж вы так настаиваете, можно сказать, слезно просите. Ну хоть кто-нибудь попросите. Нет. Ой, блядь, уже пиздец тоже, да?
Шо, ну, нахера я свой клюв. Вот говорила мне мама, не суй свой меч куда не следует, блин, а? Слушаться надо было. Ну, он хорошо шума левел поднял. А тут еще есть... Кирилл, ты... Тань, погоди, там стреляет какой-то утырок. Я перешла на клавиатуру, с клавиатуры я стрелять не биться не умею. Так, сейчас. Кир, ты пошел уже? Я жду, когда ты спрыгнешь. На бал? О, блять. Нет, нет, Тань, просто... Тут просто падай. А я... Мне сверху кажется, что они на одном уровне. А как туда добраться? Ай! Нет, нет! Фу. А вот тут Таня будет пиздец. А уже... Уже... Я не хочу. Можно я тут останусь? Ниху! Блин, я... Я не прыгну на эту балку. Я прыгнула на балку. Карн, ты чё, шутишь, что ли? Чё? Блядь. Нет, Карн, ты реально шутишь, да? Что? Ты прям отжигаешь, я бы сказал. Выжил? Сука, ну, да, я... Блин, ты чё ты мозга-то компасировал? Балки, шмалки, тут нафиг ничего не надо. Так, а мне, наверное, надо. Хорошая штука, этот щит. Да заебёшь, блин, говно ползущее. Извините за мой французский. Блядь. Это не французский. Так, да? Что-то тут валяется, что-то. Группа противников. Пепел войны, решимости рыцаря. Где? Туда придем, да. А, вот, туда надо будет потом? Не, ну здесь без разницы, что ли, да, ладно, пофигу. Там золотая. А. Пофигу, тут лобби сторону, что ли? Я думал, тут тупик. Жемапель, жемапель. Вот а, и там вот тоже. Жемапель. А, пойдем туда. Смотрите, какое интересное. Кто-то сидел перед картиной и любовался без остановки. Пока не умер. Пока не умер. Здрасте. Угу. А с кем ты здороваешься? Поместье же, мы же вернулись. Ну, это самый этот. Срез, прям срез. Поговори с ним, получи у него этот. Ага, магмовый подсвечник. А это что такое? Магмовый подсвечник. Посмешник. Посмешник, магмовый. Ведь не поспоришь. Да это ты цепись, ты от него, блин. Он говорит, он сказал, я, он меня сквалыга обозвал, сучка такая. Да ладно, я научился большие костяные стрелы делать. И даже костяной болт для баллисты. Ладно, я обратно пришел. Вот? Вниз, да. Блин, так прикольно вот эти срезы открывать, короче, в этих поместьях всяких. Хоп-хоп. Попрыгали, а там опа, и дверь открылась новая. Прикольно. Я? Да, а я такой. Ты срез? Нет, я прикольный. Отпустите. Я не... А, вот дверь. Отпустите обратно. Нет, нет, стой. Ой. Я даже дверь еще не выглянула, а там вылетает это. Опа, подлюка. Кому нужно было столько шкатулок? Зачем они тут столько ездят? Ну. Ну, вот ты этот хотел. Угу. Он сейчас. Все получит, только этот кузнечика. Ну, там на самом деле много. Просто нужно возвращаться, чтобы задолтать там, перепрыгивать, все это прыгать. А, с этими... А, там с той стороны, где стреляли у нас, да? Туда как тоже? Ага, ага. А туда можно попасть? Ага. Ну, да, пошли, ну, нахер, это говно. Опять сейчас там, блин. Кир, там коней не будет. И это проблема. Только думаю, может, там проще топышнуться? К этому получается... Ой, там топышка. В гостиную, по-моему. Нет, да. А, нет, хромыгли получается так.
туда что-то? Вообще клинтом бомфайр. И это хромы. Ну он там. Чего? Чего? Здесь не было бомфайра, да? По-моему, был, мы просто его просрали. Нет, не было. Чего просрали? Бомфайр! Фаер! Кто хотел? Я. Yeah. Ну давайте останавливаться, чё? Мы только начали. Ну давайте. Мы не только начали, мы уже часа два играем. Все, значит, начали. Его. Не всего, а нормально. Вот, в принципе, мы скалы зачистили, там, конечно, немного было. Ну не до конца, не все скалы, надо будет защищать. Ну, там это прям отдельный большой путь. Uh-huh. Надо будет от этого идти, считай. От кипящей реки, по-моему, все. Вы там с мамкой поговорить. Сейчас не стоит мне разговаривать или можно? Я поговорил, но она ничего нового мне не говорит. Да. Нет, разговор тупиковый. В тот раз такой был, я не знаю, мне она ничего не дала, и змеища моя не забелась. Забылась. Все разнесу. Я тоже ничего не дали. Ладно, всем до свидания. Прям вот так вот. Пока. Ну что ж, я тоже тогда пойду. Пока-пока. Давайте, спокойной ночи. Нет, я просто их из мира выкидываю. Ага. Хорошо. Блять. Согласен. Да. Ой, бля. Пиздец. Чё вы там? Да я опять около этих двух скелетов, блин, резнулся около этих двух скелетов, блин. Смирись, Кирилл, смирись. Это твое. Блин. Да. Если бы, я не знаю, страдания. Не, хорошо, что этот как его. Сейчас. Блин, Умку надо выпустить. В принципе, недалеко я. Душ, ну, да и душ не так уж много, 20 всего лишь. И этот, в принципе. Восьмой камень мрака нужен. Где же, у кого же, блин, разрывные эти покупать, а? Болты. У кого-то же они продавались, но у кого, блин? Ни хрена не помню. О, ничего себе. Я выжил, меня опять эта лошадь наехала, а я выжил, офигеть, блин. Ну так ты же не с нами уже играешь. Нет, дамаг-то он не скалируется. На тебя лошадь наехала, а ты смог дать ей отпор. А я думал, что лошадь всегда шотает, неважно от уровня жизни, а она, оказывается, нет. Получается, что зависит. Ты столько лет врал сам себе. Ого! А у нас что, уже кузнечный камень мрака? 9 можно купить? Купить нет, но он просто есть у нас. Нет, купить можно. 20 тысяч. И кузнечный камень мрака 9.25. Прикольно. Ниху себе. И призначный, да, ландыш вот. 9 есть. Вот нам куда надо будет завтра, да? Или когда там будем играть? Куда? Ты теперь что думаешь? От кипящей реки и вперед. Нет, да, там проход туда. Есть. Нет, его сейчас по кипящей реке. Вот, по кипящей реке ты упрешься в этот в замок. Во что? Есть там проход. В этот. Вот ты сейчас тпшнись. Вот ты посмотри. Вот, да, и ты идешь, и там как раз проход туда именно. Куда туда?
К Лусату, к доспеху Лусата этого, блин. Он наверху. Тут ты дальше идешь по ущелью. Я вот на кипящей реке. Ну, иди дальше ее, дальше вдоль нее, и ты выйдешь на замок. Мимо скелета, вот тут все скелеты падают вниз. Да. А потом ты проходишь мимо этого, по-моему. Мимо там лавы еще с горшком будет. Блин, вот подожди, или там оно и за. Или там и заканчивается. Там и заканчивается, дядя. Кар, ты не помнишь, у кого взрывные болты можно купить, а? Они у торговского. Понятно, что горшок. Гораздо ценится. Точно. Ладно. Ай, на этом наша прекрасная видеозапись заканчивается. А то сейчас еще что-нибудь наговорим про всякие запрещенные на ютубе вещи. Вообще не уверен, что этот ролик пропустят, учитывая, про что мы тут трындели. Но про что? Поживем, увидим. Маньяк? Про инофилию и аньяков, понимаешь? Вот много мы. Если про аньяков я еще не знаю, но вот первое слово, оно совсем триггерит очень многих. Я о чем про педофилию разговаривали? Про педофилию ничего не говорили практически. Да? Мы только про эту, про Лолиту Набокову. А это художественная литература, это читается. В общем, как это, как-то так.